Отпуск по уходу за ребенком – хорошее время для того, чтобы подумать, нравится ли вам ваша работа или вы хотите переквалифицироваться. А может, имеет смысл получить дополнительное образование? Служба занятости населения города Чебоксары предлагает специальную программу, которая включает в себя возможность получить дополнительное профессиональное образование или повышение квалификации для мам, находящихся в декретном отпуске. Екатерина Плосконос каждый день с улыбкой на лице спешит на любимую работу. Еще пару месяцев назад она была домохозяйкой в декретном отпуске. В нем она была целых 5 лет. Поэтому многие профессиональные навыки растеряла. Курсы повышения квалификации от Центра занятости населения города Чебоксары оказались как нельзя кстати. Я прошла теорию, практику проходила в организации, в которой я работаю, соответственно. И для меня было больше, наверное, как не практика, а влиться в рабочий ритм, наверное, после долгого декрета. Пройти без трудностей период адаптации на работе и повысить свою квалификацию смогла и еще одна сотрудница водоканала – Светлана Алексеева. До декретного отпуска женщина работала бухгалтером, а ведь законодательство в этой сфере меняется очень быстро. Я прошла обучение по 72-часовому курсу в Институте потребительской кооперации. И, в принципе, мне это помогло влиться в работу, помогло адаптироваться к новым изменениям в бухгалтерском учете. И, ну, в принципе, я вспомнила все, потому что, сидя в декрете, занимаясь малышом, ну, все просто из головы уходит. Курсы от Центра занятости города Чебоксары, они бесплатные, что немаловажно, потому что я сижу в декрете, естественно, ничего не зарабатываю, и идти бы на какие-то платные курсы, чтобы вспомнить бухгалтерский учет, мне как бы было бы, ну, скажем так, накладно. В Центре занятости уверяют, программа дает отличные результаты. Все больше женщин хотят ею воспользоваться. Новый импульс к жизни это направление получило после известных майских указов президента Российской Федерации. За это время нам отрадно отметить, что более 700 человек получили эту услугу. В прошлом году 139 человек получили эту услугу. Мы взаимодействуем со многими предприятиями. Мы считаем, что Центр занятости и наше министерство вот этой услугой небольшой довесочек вкладывает в то, что называется улучшение демографической ситуации в нашей стране. Чтобы поучаствовать в программе, достаточно обратиться в Центр занятости населения города Чебоксары с паспортом, копией свидетельства о рождении ребенка и документами, подтверждающими статус декретницы. После курсов участницам выдается сертификат о том, что они прошли профессиональное обучение.